Сквер рядом с первым роддомом уже этим летом станет похож на Пушкинское лукоморье. Такова задумка авторов нового проекта сквера. Отремонтируют и соседние с медицинским учреждением тротуарные дорожки. Где еще в городе ждать реконструкции пешеходных зон и капитальных ремонтов автомагистралей, расскажет Максим Галямин. В планах руководства городской больницы облагородить сквер рядом с медицинским учреждением. Строители уже начали работы и даже вкопали несколько деревянных столбов ограждения. На начальном этапе сложно представить конечную композицию, которую организаторы называют «лукоморье». Но, как обещают, все будет сделано для удобства пациентов и посетителей. И вот сейчас мы видим то, что молодые счастливые отцы своим женам на ветках деревьев вешают подарки. Это шарики, растяжки. Мы тоже хотим уйти от этого. Поставим специальные дуги, где можно будет сделать своей любимой, сказать спасибо, но не портить деревья. Еще в прошлом году на месте, где раньше был подъезд к первому мурманскому роддому, установили остановку общественного транспорта. Ну а в этом рядом с комплексом отремонтируют тротуары. Пешеходную зону ждет не косметический ремонт, а большая реконструкция. Будет здесь заасфальтирован весь тротуар, поставлен новый бортовой камень, поставлены новые люки. Ну, в общем-то, вид будет хорошим, красивым, новым. Вот, планируют закончить работы они к концу июля. Также за летний сезон тротуары отремонтируют на Бандарной и проспекте Ленина. Ну а что касается автомобильных дорог, то капитальный ремонт затронет Центральный проспект, дорогу от Домостроительной до Восточной объездной и выезд в районе улицы Шевченко на Кольский проспект. И это не считая 60 тысяч квадратных метров обычных текущих ремонтов городских магистралей.